вот мы и приехали на Ребровские пещеры. Они находятся прямо за речкой Сязь, которую мы сейчас перейдем по льду. Подозреваю, что это где-то вот здесь. Сейчас мы переоденемся и выдвинемся в сторону Ребровских пещер. В общем, гамаши действительно не ахти. У меня вот снег уже попал. Ну, возможно, потому что я тороплю. Ну давай. Ломанемся вперед. Вот, мы неумолимо приближаемся. Я думаю, что вот здесь находится пещера Петровская. Одна из двух наиболее известных Ребровских пещер. И вот у нас уже виден вход. Красота. Ну, пойдем дальше. По зиме здесь, конечно, кто-то был, но очевидно, что сегодня, по крайней мере, а то и вчера, тут никого до нас не было. Ой! Фу! Ну что ж, попытаемся подняться вверх. Красотища. Сможешь подняться? Просто здесь еще очень круто. О, молодца. О, какая красота. Красотища. Ну что ж, пора внутрь. А вот он наш лаз. Он действительно невысок, невелик. Но дальше можно ходить в полный рост. Не обалдеть. Такие красивые снежные сосульки из снега. Ну что ж, попробуем просочиться вниз. Ведь наш первый проползанец. О. О. Вот, настоящий пещерник. Включайте фонарики. И, собственно говоря, сейчас мы выдвигаемся. Это у нас пещера Ребровская 1 или Петровская. Мы, очевидно, находимся на входе и сейчас будем проходить через завал вверх. Смотри-ка, мотыльки, опять эти пещерные мотылечки. Мотыльки, мотылечки пещерные. Ух ты, комарики в анабиозе, смотри, сколько их. Прямо на входе первые летучие мыши. Комарики просыпаются, шевелятся что-то. Я их боюсь. Они сейчас на нас так напрыгнут. Ух ты! Сколько тут летучих мышей-то? Капельках. Здесь они такие интересненькие, беленькие какие-то. Немного другие.
Какие-то странные сталактиты и сталагмиты. Даже подставлены какие-то банки, пытаются это собирать зачем-то. Был слух, что если на них долго посветить фонариком, потом убрать, они продолжают светиться, вот эти вот натеки. Попробуем проверить. Ну-ка. Не светится. Очевидно, вранье. Странные натеки. Непонятного вида. Ого. Да, такие прямые длинные коридоры. Единственное, что все запотело. Да. Ну вот и славно. Будем считать заброску состоявшейся. Очень влажно. Так значительно лучше. О, какая мышка. Надо, разбудишь. Ну что ж, отлично. О, какая даль. Да? Ну, далеко-далеко уходят ходы. О, еще летучая мышка. Да, тут уже тепло. Ну, какая. О, я предлагаю держаться левой руки и идти по левой стороне пещеры. По крайней мере, пока. Ух ты, как тут все обвалилось. Ничего себе. Такие обвалы. Ух ты. Смотрите. Прям держится на соплях. Так что громко не говорите. О. Вот она. Мы прошли вот сюда. Ну да, там тупик. Есть какие-то водокапы. Ух ты, свечки. Да, летучих мышей хватает. Как красиво блестит. Вода, не вода. Прям такими блесточками. Не знаю, передает ли камера. Вот близки. Вот здесь даже не завал. Здесь действительно остановились. Копали-копали до сюда и встали. Да, разноцветные такие красные пески. Много разных слоев. Что ж, двигаемся дальше. Пещера небольшая. Так что мы тут все быстро обойдем. Ух ты, да, ничего себе как. Мышки прячутся. В маленьких-маленьких трещинах. Да, здесь водокап. Реально водокап. Вот такие черные прожилки. Непонятно, что это такое. Как вена. О, видели черные прожилки на потолке?
Как вены такие, да? Именно на потолке. Вот. Смотрится весьма так интересно. Непонятно, что это такое. Черное. Ух ты. Ничего себе так. Какая невероятная квадратность. О, смотрите, какая штука. Ступенька. Уменьшение хода. Опа. Это место называется Сбойка на карте. Не знаю почему, но, видимо, из-за этой ступеньки. Но называется Сбойка. Не совсем понятно. Да, вот это ходы. Очень удобно для фотографирования мышка. Можно со всех сторон ее обойти и снять под любым углом. О. Видно головку, ушки и все остальное, лапки. Ничего себе. Лучше без вспышки. Ну да, ты без вспышки снимаешь. Тут несколько. По-моему, да. По-моему, две мышки набилось. Может, и одна. Ржавый потолок. Я бы сказал. Видать, железо. Причудливые. Смотрите, прям как лепнина. Знаете, в дворцах лепнину по краю делают, но тут так же это выглядит. Типа этот бордюрчик перед потолком. Какой длинный коридор. Тихо. Я вижу фонарик. Или бутылку. Фонарик. Вот она, могила белого спелеолога. И фонарик лежит и обозначает проход к ней. Мы нашли ее. И журнал. Можно типа записаться. Что тут были мы? О, вон она, отмечена кухня, ночлег и даже туалет. Очки. Да. Странно это выглядит. Ох ты. Смотрите-ка, что это. Обалдеть. Никогда такого не видел. Эти это настоящие. Настоящие пещерные грибы. Круто. Обалдеть, штукенцы. Со шляпками такие. Охренеть. Я вообще никогда такие не видел грибы. Да, странная штука. Удивительные грибочки.
как кинотеатр. Видимо, здесь можно рассаживаться и смотреть. Уж достаточно много. Да, вот она стоянка. Да, вот, собственно, мы пришли на стоянку. Здесь вот народ, пещерники, приходят с новым 2015 годом. Смотрите-ка, тут кто-то встречал Новый год. Кто-то встречал 2015 год. Здесь. Да. Вот здесь вот, собственно говоря, все ложатся спать. У них. Кто? Газ. Да, газ. Еда. Вот какой. Что там у вас, грибочек? Да, вот ух ты. Да, смотрите, какие интересные тут грибы растут. Вау. Общая тема. Ничего себе. Грибы, растущие без света. Вот такое редкое и частое явление. Абсолютно без света растущие. В кромешной тьме всегда. А это вот скамеечка. Бревна. Старые бывшие бревна. Видимо, когда-то поддерживали тут потолки. Пещерка маленькая. Мы ее уже по кругу все обошли. Какие? Тут такое коричневое что-то. Это было дровами. Но они чуть-чуть отсырели. Ну вот. Собственно, погуляли. Ну что, пойдемте на стоянку. Поедим, покурим кальян. Сапоги нам не понадобились в этой пещере. То есть. Так нормально. И светит, и греет. Посетите. Тут есть вторая пещера. Она поменьше, чем эта. Но сейчас тоже туда пойдем, посмотрим, что там. Сейчас перекусим, обедаем. Я буду кальян. И все такое. Ну вот и пещерный кальян. Пещерный чай. Наши блинчики. Да, с курочкой. Ой, какая красота. Вкусно? Ну это хорошо. Ну вот. Количество блинчиков резко сократилось. Настроение участников резко повысилось. Да холодные были, потому и злые были. Конечно. Кушать надо вовремя. Так, надо делить последний блинчик, а то пока он не съел. Он такой. Тем более так смотрит, на камеру снимает. Приближает, рассматривает. Кушайте, кушайте. Пока. Ну какая тишина.
Здесь просто такая гробовая тишина. Тихо и спокойно. Обычно у нас как-то шумнее. Ну, компании больше, там народу. Участников больше, все время кто-то шумит. Даже тишину не ощутить. А вот сейчас можно в полной мере насладиться. Тихо-тихо. Ну, как твоя шапочка? Чистенькая. Чистенькая. Пик моды. Да. Пещерная шапка. Петушок. Да. Кстати, правильно это называется даже не спелеология, а спелестология. Спелестологи мы. Потому что это не настоящая пещера, а все-таки искусственно вырытая. Там правильное название всего дела. Спелестология. Представляете, здесь кирками и лопатами мужики фигачили эти проходы. Долго и упорно. Долбались, наверное, страшно. Селфи. Да, прихорашиваться в пещере это. Зеркало надо. Хорошо, в следующий раз обязательно возьмем зеркало. Лачок, помадку, расчесочку. По-любому. Вечернее платье. Да-да-да. И в путь. Туфельки. Да, здесь у нас такого ужаса нету. Надеюсь, что сейчас по дороге у тебя все это отвалится тоже. Да. Такой адской грязи, которая была в Станечкиной пещере, здесь нету. Кварцевый песочек. Действительно интересно, сколько же бутылок было из этого песка, добытого здесь, в результате выплавлено. Ну, больших колоний, рядом друг с другом сидящих летучих мышей мы здесь не обнаружили. Но мышей много. Я бы сказал, значительно больше, нежели чем даже в Борщевской пещере. Пещерные грибы забавные. Никогда таких не видел. Это впечатляет. С другой стороны, действительно, на одну поездку. В автобусе, трамвае и на троллейбусе. Рублей раньше стоил 9. Где выход-то, блин? Вот там, либо вот там. Где-где? Либо вот там, либо вот там. А, ну вот уже ближе. А, значит, а если ближе, значит, нет, значит, а. Да, какие доски. Ёлки, сосны, что это, даже непонятно. Что-то. Вот, в общем, мы собрались. Покинули гостеприимный пещерный лагерь и, собственно, выдвигаемся в пещеру Расческа. Ну что ж, полезли обратно. Юг, либо потом все-таки, я не знаю, сейчас приедем, я врежу. Потому что либо иди по... Ниже, ой. Рюкзак солнца, не тебе рюкзак. А вот он и выход. Сейчас будем вылезать. О боже. И вот он наш выход. Я, можно сказать, ползу. Ползком. Для того, чтобы заснять эти кадры. Красота. Какой лед. Удивительной формы. Лединки потрясающие. Красота, да и только. Ой! 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 О! Да, тут вот такие штуки. Грандиозные. Грандиозные. Удивительные формы льдинки. Как иголки. Удивительно. Красота. Ну вот, мы вылезли из пещеры. И сейчас, прямо по глубокому снегу,
тропя, так сказать, новую тропинку. Выдвигаемся в сторону пещеры Расческа. Здесь есть вторая пещера. Вроде как должна быть не очень далеко. Примерно 100 метров. Очевидно, вот эта тропинка туда и ведет. Ну вот мы приближаемся ко второй пещере, которая называется Расческа. Очевидно, она вот там. Ну правильно, следы туда ведут. Да, следы идут туда. Вот такая вот она. Вход в пещеру Расческа. Вот такой вот он вход. В пещеру Расческа. О, какие сосули. Вот такой вот он вход. В эту замечательную пещерку. Такие сосульки образовались на входе. Наши отважные туристы преодолевают узкий вход. Опять бабочки. О, она самая. Вот он вход. Точно. Точно, точно. Знаешь, как раньше жили пещерные люди? Каждый раз они входили в дом именно таким образом. Комары есть, и они живые, и они шевелятся. Я явно вижу комаров. Ух ты! И летучая мышь. Что там Юрка делает? Ключ пришел. О, ключ от клада. По любасу. Возьми с собой. Может, найдем здесь сундучок и его захабарим. О, тут кто-то спал. Катя 2006. Валера 2013. Да-да-да. Все исписано магическими письменами. Да, тут все такое более закопченное. Здесь, видимо, часто местные жгли костры. Ну, какая бабочка опять. А эта пещерка, конечно, сильно поменьше. Я бы сказал, попрохладнее. О, какой череп, да. Череп роскошный. Просто красота. Может, это задумывалось как не череп, но получился череп. Не писать. Вот какая прелесть. Пишет та пичка.
Угу. Да, тут какая-то табличка. Угу. Мышка. Да, обвалы эти. Какие-то паутинки свисают. Непонятные. От кого? В общем, паутинки. Ох ты! Что это? Не знаю, что это. Вот владелец паутинки. Той, которую я видел там. Кокон. Или паук действительно пещерный какой-то. А это его добыча болтается. О, еще мышка. Как будто усыпанная бриллиантами, да? Капельки воды блестят. Павлуша. Павлуша. Это вообще центральный вход в пещеру. И от него будут идти только отворотки налево. И все. О, какой обвал. Большой обвал. И вот он. То, что обвалилось сверху. Ух ты, смотрите. Что-то непонятно белое. Такие же подтеки белого. Непонятно чего. Бабочки. Микроскопические бабочки. Что-то непонятное. Глина, которую, видимо, смазали пальцами. Тут прямо есть слои глины среди песка. Он вот называется линза, глиняная линза. Вот прямо видно слой глины, идущий между пластов песка, спрессованного. Ой, ух ты. Да, тут текла вода. Здесь отмечен вода. На карте отмечено. Еще мышка. Да, тут вода. Ручеек. Здесь мышка, здесь ручеек. Даже вода не замерзшая. Капает. Слышите? Да. Вода кап. Вот мы дошли до самой дальней точки. Пещера-расческа. Ух ты! А тут обвал. Когда-то произошел. Плотный-плотный. Ага. Дальше идти некуда. Кто знает, где выход? Там. А где там дальше? Тупо прямо. Нет. Тупо прямо. Не тупо прямо. Зачем? Правильно.
О, да, большой груд. Ну вот, и окончили мы осмотр. О, батарейки, заначка. Нету ни могилы спелеолога, ничего. То есть это считается такой, видимо, совсем маленькой пещеркой. Потому тут тупо ничего нет. Ну, в общем, как-то так. Ну что ж, давайте плавно вылезать. Вот он наш выход. И он нас ждет. Прямо у входа тут навалена огромная гора скорлупок из-под улиток. Их просто очень-очень-очень-очень-очень-очень много. Подозреваю, что их едят летучие мыши. Сюда притаскивают и едят. Потому что иначе что им тут делать-то? Непонятно. Да, вот наш выход, с которого мы сейчас будем вылезать. Вот такой вот он выход из пещеры. Опять странные льдинки. Очевидно, из-за разности температур, образующиеся, и сосульки. Да, очень причудливый ледок. Какой-то народ катается на коньках. Прямо по реке Сясь. Вот, собственно, вылаз из этой пещерки. Да, потрясающей красоты деревья, которые облепили снежные сосульки. Я даже не знаю, как это называется. Причудливый-причудливый снег. Обледенелые травинки. В общем, это выглядит как-то так. Ну что ж, будем выдвигаться к нашей машине. Как она там у нас? Вон она. А вон и наша машина. Так что прямо сейчас выдвинемся в сторону машины и закругляемся на все наше путешествие к Ребровским пещерам. Заканчивается. Ну что ж, мы решили не искать легких путей, не идти старой тропинкой, а протоптать новую прямо к нашей машине. Итак, вот Ребровская пещера, последняя, из которой мы только что вышли. Вот где-то там находится Петровская пещера, а вот там наша машина. Мы идем к ней. Что, устали торопить? И ждете, когда папа. Торопить тяжело, да? Очень. Угу. Красота. Зима. Самое, что ни на есть настоящее. О, вот по этой дороге идти куда приятнее. Там вот у нас Петровская пещера, с которой мы прощаемся. Там расческа. А вот там наша машина. Вот туда мы держим наш путь. Еще чуть-чуть, и мы доберемся до оазиса цивилизации. Ура! Мы добрались. Будем переодеваться. Ну вот, процесс превращения нас в белых людей обратно. Из панков, бродителей по снегам и снежным прериям, завершен. Мы успешно побывали в пещере Петровская.
И мы успешно побывали в пещере Расческа. Переходили мы речку Сязь. Зимой это самый оптимальный маршрут, потому что спускаться вот с такого склона достаточно проблематично для этих пещер. Потому летом, конечно, значительно проще и приятнее приезжать с той стороны, а зимой обязательно с этой. Так как карабкаться вот по таким вот склонам вниз и вверх после — это не самый оптимальный вариант. В общем, в зимнее время лучше по льду через речку Сязь.